Вечір зустрічі з випускниками – хвилююча, довгоочікувана мить зустрічі з юністю, з веселими і безтурботними шкільними роками, друзями дитинства, улюбленими вчителями, а можливо і з першим коханням. І неважливо, скільки років промайнуло від останнього шкільного дзвоника. Випускники різних років, переступивши поріг школи, відразу стають 17-річними. Запрошуємо і вас разом із випускниками школи номер 2 зануритись в шкільну атмосферу, сповнену безтурботними веселощами, радістю та безцінними спогадами. Добрий вечір, дорогі випускники і уважаємо гості! Сьогодні цей уютний зал зібрав випускників різних літ, учителів, учащихся і гостей нашої школи. Традиционный школьный вечер встречи – это волнующий и долгожданный момент. Сегодня вы вспомните веселые, беззаботные годы, проведенные в стенах родной второй школы. Вернетесь в удивительный мир детства и юности, любви и надежд. Зимний вечер, когда у порога лютым зверем стоят холода, вас с волнением ждут педагоги, твердо зная, придете сюда. Каждый год в феврале наступает пора, когда вы, даже если вам не по пути, отпросившись из дома, с учебы, с работы, к нам навстречу спешите прийти. Здесь вас ждем, как желанных гостей, очень часто про вас вспоминая. Говорим о душе, приходите скорее, вечер встречи друзей начинаем. Все помним благодарность, мы рады приветствовать тех, кто сегодня трудится, и тех, кто отдал школе талант, душу и сердце, и до сих пор не забывает свой второй дом, свою школу. 10, 11, 8 или 9 лет каждый из вас провел в нашей школе, и все это время рядом с нами были вы, учителя. Поприветствуем наших учителей аплодисментами. Вы знаете, мы быть искренне рады тому, что снова в этом зале собрались те, чьи звонкие голоса 5 или 20 лет назад наполняли жизнью школу, чьи победы и поражения были источником радости и огорчений учителей. Для тех, кто каждый день с волнением и любовью входит в класс, вы по-прежнему ученики. Приятно забыться на пару минут и в школу прийти, где всегда тебя ждут. И радостно вместе быть в этот вечер. Ах, эти встречи, всех выпусков встречи. Так пусть хотя бы один вечер в году отступит неумолимое время, и память вернет нас в прошлое, для кого-то далекое, для кого-то не очень. В ту пору одиночества, которую, не сомневаюсь, с надеждой и теплотою вспоминают все сидевшие здесь. Кто бы мог подумать, что когда-то вы ждали звонка на урок с нетерпением. Помните? А чтобы освежить вашу память, мы пригласили на наш праздник первоклашек. Такими малышами были и вы много лет назад. Встречайте! Затаим дыхание, смотрим мы на вас. Вот эти дяди, тети ходили в первый класс. Мы стояли, долго ждали. И обдумывали речь, уж полречи мы сказали. Уф, гора свалилась с плеч. Пусть зовут нас шестилетки, пусть не ставят нам отметки. Не ведем мы дневники, все же мы ученики. Любим чистый светлый класс, это раз, там читаем. Врач, шофер и наш учитель, продавец есть и швея, даже мама здесь моя. Знаешь, тетя выпускница? Знаешь, тетя выпускник? Школа будет мной гордиться, хоть пока я не велик.
Благодаря чему
мы получили оборудование на 500 тысяч гривен. Наши учителя – победители конкурсов. Наши ученики – многочисленные призеры олимпиад, малых академий наук, предметных конкурсов. Среди них впервые в Балтском районе президентский стипендиат и стипендиат губернатора. И это далеко не все, чем мы можем гордиться. Так что вы тоже смело можете гордиться нами. Ну а мы желаем вам благополучия, счастья, исполнения всех желаний и безусловного, безусловно достойного уважения от общества. У многих вещей есть удивительное средство возвращать людям память о прошлом, дарить радость прожитых мгновений, которых уже давно не дано вернуться. Учебник, дневник, ты снова за партой, опять ученик. На сцену приглашаются выпускники 2009 года. А сейчас мы зададим вам несколько вопросов. На каком этаже находится кабинет 24? Второй. Как зовут учителя химии? Валентина Демьянова. В каком году вы пошли в первый класс? 99. Теперь, уважаемые выпускники, слово за вами. Добрый день всем присутствующим. Добрый день администрации школы, одноклассникам, учителям, классным руководителям. Мы хотим сказать спасибо от лица 2009 года выпуска. Вот, знаете, мы вот сегодня с Ярославом зашли в школу, и вот как будто ощущение дежавю. Вот как будто вот столько всплыло новых воспоминаний, эмоций много всплынуло. Это как вот, как мы вспоминали, как мы кушали рябину, покупали в ларьке, там, как еще были времена, как... Это как, знаете, зайти в магазин и увидеть цены еще по 50 копеек на мороженое. Мы вот ехали и думали, что ж такое вот сказать преподавателям, учителям, что они хотели от нас бы услышать спустя 5 лет. Знаете, мы вот подумали и решили сказать вам две вещи. Первое то,
что действительно вы нам, в нас вложили, что нам в будущем помогло вот, в студенческие годы. И вторую вещь. Это, ну, хотели бы поблагодарить за то, что вы вложили частичку себя в нас. И сказать огромное спасибо. Да. Из того, что мы приобрели, в первую очередь хотели сказать, что вот в школе мы научились, конечно, это работать над собой. И второе, это в школе мы научились, самое главное, мы поняли, что есть три категории людей. Первые люди, они просто вот плывут по течению, вот как бы, вот плывут туда, куда их несет, и вот куда прибьет, там они живут, это неправильно. Вторые люди плывут против течения, против школы, против друзей, против родителей, что у нас сейчас происходит в государстве, это тоже неправильно. Мы поняли, что самое главное, что нас учили наши педагоги, это третья категория людей, которая просто плывет по своей цели. Вот они вот выбрали себе цель, и они не плывут ни по течению, ни против течения, а плывут туда, куда им подсказывают их задачи и так далее. То есть человек без цели – это вот как вот лампочка. Она вот светит везде, но чаще всего в пустоту. А вот человек с целью – это вот какой-то вот лазер. Он светит в одну сторону, и он как бы прожигает все на своем пути, добиваясь своего. То есть в школе мы поняли очень многое. Это то место, где мы научились как бы любить, впервые дружить. Вот до сих пор дружим. Общаемся уже 5 лет. И хотим сказать за это спасибо нашей дорогой школе. И вот я передаю слово Ярославу Скальпу. Дорогие наши учителя, знаете, хотелось бы огромное спасибо вам сказать в первую очередь за то, что вы как воспитали нас в первую очередь и сделали нас людьми. Огромное спасибо хотелось сказать за тот ваш труд, который вы влаживали в нас, за те знания, которые вы нам давали. Знаете, только спустя 5 лет, вот когда мы уже пошли в самостоятельную жизнь, мы поняли то, что знания нужны всякие. Даже вот независимо от какой-то категории. Отличить тот же пестик от тычинки или как правильно держать тот же молоток в руках. Дорогие учителя, я искренне благодарим вас за ту работу, которую вы делали, делаете. И дай Бог вам много лет будете делать. А эта работа, это вы просто формируете из маленького ребенка, из маленького первоклассника, вы формируете личность. Это, я считаю, что это очень огромный труд. И каждый из вас, кто здесь сидит, отдает частичку себя, чтобы с нас были хорошие люди. Спасибо вам. На каком феврале играет? Стало веселее. Наша школа принимает новых своих друзей. Вы уже чего-то добились, кем-то стали, что-то дошли. Значит, вы не зря учились и к нам через многие годы пришли. Когда, расставшись с детской сказкой, вы покидали школьный дом, глаза, наполненные лаской, вам были в жизни маяком. Когда сбивались вы с дороги и шли всему наперекор, в глазах, наполненных тревогой, читали вы немой укор. Слова прощания озвучали, 20-летие позади, в глазах учителя сквозь дали, вновь радость встречи разглядеть. На сцену приглашается выпуск, встречающий свой первый 20-летний юбилей. Добрый вечер, дорогие учителя, выпускники, гости, детки. Валентина Николаевна, наша дорогая. Спешу вас, мало. Классная руководитель, наша мама. Хочу сказать спасибо учителям, которых, к сожалению, нету. Дай Бог, они заживы и здоровы. Валентина Николаевна, наши классники. Дидия Ивановна, мы здесь. Спасибо вам, учитель географии. Татьяна Александровна, чемпионка, где-то видела тоже. Спасибо вам большое. Большое спасибо, что пригласили, приняли нас, не выгнали. Спасибо вам за школу, за уют. В школе и волнуюсь, даже говорить. Спасибо вам большое, что вы нам дали путевку в жизнь. Слава Богу, все вроде бы добились того, чего хотели. И добиваемся, слава Богу. Думаю, надеюсь, что будет все хорошо. Ну, я хочу добавить, что очень приятно через многие годы появиться в родной школе, увидеть учителей, одноклассников. Конечно, многих с нами рядом нет. Много лет прошло. Некоторые еще в пути, на подъезде. Ну, многие, к сожалению, разъезжали далеко, в разных городах, поэтому
Не все появились, но все же большое вам спасибо за ваш труд и что принимаете нас так тепло через многие годы. Вы знаете, сегодня я очень благодарна администрации школы, своим выпускникам, которые пригласили меня сегодня на этот вечер встречи. Валентин Распутин сказал, сколько в человеке памяти, столько в нем и человека. А я вижу очень много человечности и в тех, кто сегодня продолжает работать в стенах этой школы, и те, кто пришел только учиться, у тех, кто уже долго работает, и у наших выпускников. Сегодня я не случайно поднялась на сцену, потому что я увидела, что моих, извините, так хочется сказать, детей очень мало здесь на сцене. И как классный руководитель, который всегда должен быть там, где много и где мало, где радость и где беда, я поспешила на сцену. Я хочу сказать, что испытываю чувство гордости очень большое за то, чему учили хорошие учителя второй школы, как воспитали прекрасные человеческие качества, подарили уроки доброты и милосердия, мы сегодня в этом можем убедиться. Нет среди наших выпускников 1994 года таких, кто бы не достиг поставленной цели. Я сегодня горжусь тем, что на подъезде где-то и начальник наш следственного отдела Копыльчук Вовочка. И сегодня я горжусь тем, что среди моих выпускников и продюсеры программ музыкальных в России. И что среди них бизнесмены. И тут вот посредине стоит Олег, скоро вся Дерибасовская будет его. То есть Руслан Савельев. Я сегодня горжусь тем, что мои ученики превзошли своих учителей и своего классного руководителя. А, наверное, это потому, что мы давали действительно уроки. Вместе с предметом, который я вела, литературой, я всегда говорила, настоящая литература учит, ведет, вдохновляет. И учитесь у тех писателей, которые прошли жизнь, умудренные опытом. Помните Льва Николаевича Толстого? Я сегодня хочу сказать, чтобы путеводной звездой вашей всегда были слова Толстого. Нет величия и красоты там, где нет простоты, естественности, доступности и человечности. А если вы просты, доступны, человечны, значит вы велики и красивы. Вот такими оставайтесь всю жизнь. И в заключение хочу всем-всем выпускникам всех лет пожелать, будьте беспокойны. Не считайте вы отрадой благополучия собственного рая. Дерзайте, работайте, ошибайтесь, падайте и снова все сначала начинайте. И пусть всегда горит огонь святой, огромного святого недовольства самим собой. Тогда у вас все получится. Концертный номер всем выпускникам. Где кого саду ходила, по зеленому догуляла, ой.
Як розлітаються білі голуби у високому небі, випущені руками випускників, так і самі випускники шукають і знаходять свої дороги у великому світі. Та мила, рідна стежина, що вела до школи, назавжди залишається в кожному серці. І навіть якщо між рідною школою та її випускниками лежать кілометри доріг, на час інформаційних технологій повернутись в дитинство є можливість у кожного, хто навчався в Балтській міській школі під номером 2. Скільки різних людей навчається, скільки буде ще в сіті. Хто-то з ким-то вже зустрічається, хто-то хоче кого-то знайти. Все оправданы ожидания, удивлению нет границ. Мой приятель живет в Германии, узнаваемый сотен лиц. А девчонка с соседней улицы золотистой косой до пят. На трибунах теперь красуется государственный депутат. Постепенно разбрелись по свету. Мир переменился, стал другим. Лишь по интернету шлем приветы одноклассникам своим седым. А теперь внимание на экран, пожалуйста. Здравствуй, дорогая школа! Добрый вечер, любимые учителя! С вами на связи Полтав, Тетюник Маша, 11-й Б-класс, 2006 год выпуска. Меня попросили немножечко рассказать о себе и высказать слова благодарности нашим учителям. Вы знаете, действительно есть за что сказать спасибо. В моей жизни есть две страсти. Первая – это наука, вторая – это театр. И за каждую из них я благодарна именно школе. Любовь к первой мне привили именно наши учителя – ведь именно вы еще со школьной скамьи стали для нас настоящим примером для подражания. И несмотря на свое экономическое образование, именно педагогика стала главным направлением моей профессиональной деятельности. Я учусь в аспирантуре Полтавского университета экономики и торговли. И в будущем надеюсь стать таким же прекрасным педагогом, как все те, кто учили нас в школе. К счастью или к сожалению, но образование сегодня тоже товар, который требует, чтобы его рекламировали. Поэтому, как истинный патриот своей альма-матер, кроме науки в университете я работаю менеджером по рекламе и стараюсь сделать все возможное, чтобы про него узнало как можно больше людей. Я не могу не сказать отдельное спасибо своему классному руководителю Зубко Зинаиде Борисовне. Ведь я уверена, что все, кто помнит наш 11-й Б-класс, несомненно запомнили и нашу майскую ночь, нашего Лывка и Ганночку, нашего пана Галау и, конечно же, несравненного батюшку. Зинаида Борисовна, спасибо вам огромное не только за привитые человеческие качества, но и любовь к театру. Ведь еще с первого курса моим вторым увлечением стал именно театр, в котором я не только занимаюсь все эти годы, но и руковожу студенческим коллективом. Дорогие наши учителя, еще раз хочу сказать от имени всего класса огромное вам спасибо за то, что бескорыстно вкладывали в нас частичку своей души. И я уверена, что лучшей наградой за ваши старания станут именно наши победы, за которые мы благодарны именно вам. Отдельное спасибо, пользуясь случаем, я хочу сказать своей первой учительнице Лилии Анатольевне и, конечно же, классному руководителю Зинаиде Борисовне. Спасибо вам огромное за то, что научили нас верить в мечту, идти к своим целям и, самое главное, не только радоваться победам, но и с гордостью принимать свои поражения. Через 2 года у нашего класса самый первый большой юбилей – 10 лет с момента выпуска. И я уверена, что каждому из нас будет что рассказать. А сейчас я еще раз хочу сказать вам всем спасибо и до новых встреч! Здравствуйте, наши одноклассники! Конечно, если есть такие среди тех, кто пришел сегодня на эту встречу, ну уж точно кто есть, так это можно обратиться – одношкольники. Мы приветствуем вас. И пусть вас не удивляет, что на экране виден только я один – но на самом деле это мы, поскольку я говорю от имени выпускников нашей второй школы самых различных лет. Здравствуйте. Причем от имени золотой медалистки Аси Балицкой, представительницы первого послевоенного выпуска нашей школы, самого первого, самого звездного выпуска не только для нашей Балты, но и, возможно, для всей тогдашней нашей страны. Шутка ли сказать, в том выпуске было целых золотых медалистов 11. И каких медалистов? Я приветствую вас и от имени серебряной медалистки Жени Балецкой, выпускницы 66-го года, здравствующей и живущей нынче в Москве, и приветствую от себя лично. Увы, не медалиста Александра Балецкого, как вы видите, здравствующего и живущего сегодня в Ижевске. Нас троих объединяет не только фамилия, что вы заметили. Нас объединяет с вами не только наша вторая школа. Нас объединяет то, что наш отец Юрий, или как его называли еще, Георгий Семенович Балецкий, стоял у истоков нашей с вами школы, будучи одним из первых ее директоров.
Он был учителем, долгие годы работавшим в нашей школе, вырастившим едва ли не тысячи, ну уж точно сотни замечательных людей. Я поздравляю вас и от имени, и по просьбе выпускницы, чей юбилейный 50-й выпуск стал поводом сегодняшней вашей встречи выпускников. Я приветствую вас от имени Раи Шелепенко, которая живет в Москве, а потому, увы, как и мы, не может быть сегодня с вами. Но мы рады вас поздравить со встречей. Поздравить со встречей вас, выпускники, учителя, ученики. Мы рады пожелать вам успехов и благополучия, здоровья и как можно большего числа радостных дней в этой жизни. Нам с вами несказанно повезло. У нас была, есть и будет наша общая и всегда родная, вторая по номеру, но все же лучшая школа. Всего вам хорошего. Передаю вам привет из города Санкт-Петербурга. Я 10 лет назад училась в нашей школе. Здесь я провела лучшие годы своего детства и юности. И в каждый свой приезд стараюсь посещать нашу школу. Хотелось бы поблагодарить всех учителей, которые внесли свой большой вклад в мое воспитание и образование. Нина Давыдовна, Екатерина Анатольевна и, конечно же, Тамара Фапеновна, которая была не только классным руководителем, учителем математики, но и другом и наставником. Сейчас меня связывают не только воспоминания о школе, а моя родная сестра работает в нашей школьной библиотеке, мой племянник учится у наших прекрасных преподавателей, которые дают ему лучшие знания, которые, я надеюсь, ему так же, как и мне, пригодятся в жизни. Я убеждена, что те знания, которые мне дала наша школа, помогают мне в обществе, в жизни и в работе. Спасибо вам огромное. Я вам очень благодарна. Я желаю нашей школе процветания, побольше выдающихся учеников и всего самого наилучшего. А учителям крепкого здоровья и терпения в своей нелегкой работе. И в конце хотелось бы еще раз выразить свою благодарность и передать вам привет. Всего вам самого наилучшего. Дорогие учителя, выпускники и все гости этого замечательного праздника. Это вечер встречи не просто с выпускниками, это вечер встречи с детством и юностью. В прошлом году, тут деликатно не объявили год выпуска, я понимаю, в прошлом году было 25 лет со дня выпуска, и это было очень торжественно, волнительно и страшно. В этом году это также волнительно, но уже почему-то не страшно. 26 уже не так страшно, похоже, мы молодеем. Я сегодня хочу вспомнить наших дорогих учителей. Это Дорожная Евдокия Михайловна, Дорфман Анна Романовна, Попукчик Ладья Ивановна. Это наши классные руководители. Мучников Александр Петрович, Безродная Татьяна Владимировна, Лопакова Галина Марьяновна, Краснослободцев Николай Степанович, Нечипорук Александр Владимирович, Золотарева Лидия Викторовна и Евгений Викторович, Зубко Зинаида Борисовна, Дюбина Валентина Ивановна, Зильберфайн Михаил Захарович, который всегда говорил, а ларчик просто открывался, Мудрак Валентина Демьяновна, Липецкая Нина Павловна, Джулай Инна Петровна, Кривоклов Иван Иванович, Фролов Владимир Иванович. Я очень боюсь кого-то пропустить, потому что если это случилось, то только из-за моего волнения. Дорогие наши, если нет вас в этом зале, это не значит, что мы вас забыли. Мы вас очень часто вспоминаем, любим. И более того, мы постоянно эту любовь мы сумели передать нашим детям, потому что мои дети, например, очень часто слышат какие-то смешные и трогательные истории о вас. Но географически моя жизнь сложилась так, что я с родной школы и не расставалась. И мне часто приходится уже как дважды родителю бывать в нашей школе. Я не буду многословной и подарю вот от нашей семьи маленькое стихотворение. Школа – то место, куда нас всех тянет, где остается наш детский мирок. Будто зайдешь, и вот там за дверями я, а не дочка и младший сынок. Взглядом встречаешь учителя взгляд, и словно в детстве глаза опускаешь, будто бы лет этак 30 назад с очередного урока сбегаешь. Школа вторая, не просто слова, это ступени к вершинам вершин,
Постисторически мы номер два, но в сердце и рейтингах номер один. Сегодня в зале присутствуют самые молодые наши выпускники. Это выпускники прошлого 2013 года. Так давайте же пригласим их на сцену. Прежде всего, хотелось бы поздороваться со всеми учителями, администрацией, естественно. Сказать слова благодарности первым учителям и тем, кто дарил нам знания все это время. Прошло не так много времени, естественно, чтобы говорить о каких-то новых свершениях. Наступил новый этап в жизни, и, естественно, всегда радует нас. То есть мы радуемся, когда возвращаемся в школу вновь. Опять же, еще воспоминания, они все еще живы в нас. Скажу, что мы рады прийти, как сказать, впервые сюда уже гостями, потому что раньше мы тут были как постояльцы, как принимавшие гостей, а сейчас так необычно вспоминать звонок, который уже для нас никуда не прозвучит, но он для нас будет существовать всегда, как для каждого выпускника этой школы. Потом мы будем обязательно гордиться теми знаниями, которые дали нам учителя. Учителя нам дали не только стандартные знания, а знания и умение общаться. Прежде всего, это самое главное знание и умение, талант, который нужен в жизни, чтобы расти, идти вперед, правильно делать выбор и уметь все-таки как-то продолжить традицию воспитывания дальше поколений. Может, мы не совсем еще отошли во взрослую жизнь, как-то, все-таки не прошло и года еще, как мы вернулись сюда, но в будущем все впереди, и дальше уже будет интереснее нам. Сказать спасибо всем учителям, которые дали нам базу, чтобы идти дальше. Главное, чему у нас научила школа, на мое мнение. Первые учителя нас научили быть людьми, потом наши классные руководители, наши любимые классные руководители научили нас учиться и ставить цель и добиваться этой цели. Спасибо вам всем большое за это. Мы вас ждем. На этом вечер встречи не кончается. Он в наших бывших классах продолжается. Там добрые вас ждут учителя, и школьные, и давнешние друзья. И всем вам говорим мы на прощание. До новых встреч, друзья, и до свидания.
через відстані й роки, країни різні і материки, школа кличе й відкриває двері всім назустріч з юністю своєю. Скільки б не минуло довгих літ, від дзвінка прощального шкільного в серці кожнім вчителя навік залишила ваша юність слід. Тож завжди і всюди пам'ятайте тих, хто на порозі вас чекав, з ким ви до зірок ішли крізь терни, і дзвінок, що вашу юність звав.